День второй без мамы. Арсений делает уроки, Арина пишет письма Снегурочке. И Деду Морозу, конечно. Хо-хоу! Но это старый учебник. Он уже не подходит под сегодняшний уровень образования. Сейчас уже дополненный и измененный вариант. Тише. Саша. Сашуля. Помаши маме ручкой. Да. Скоро купаться пойдем. Сегодня погуляли и пораньше спать легли. Воздухом надышались. Очень красиво сегодня ночью было. Красиво. Очень красиво было ночью, да. Снег на веточках облип. И такие пышные-пышные веточки деревьев были. Очень красиво смотрелось. Школьник наш. Что-то сухому, Арсений, завтра к врачу пойдем. Да, Арсений? Завтра идем к врачу, хорошо? Я не понимаю задание, что тут. Какое задание? Вот это. Ну-ка. Найти знаки плюс и минус. Незаключенные скобки. И выдели части выражений. Как? Ну и что? Незаключенные. Ну вот минус незаключенную скобку. Плюс незаключенную скобку. Ну, в чем проблема-то, Арсений? Вот плюс. Дальше подчеркнуть. Сейчас я подойду, разберемся. Она уже кровать. Так, кровать не пачкаем. Мне тут не надо грязного белья. Ариш, все, забирай фломастер, все. Все, давайте другая игра. Все, да, аккуратней. Сейчас я подойду. Все, другая игра. Саша. Пойдем. Ой. Пойдем. Пойдем разберемся, что там у них. А где Арсений у нас уроки делающий? О, Арсений вообще у нас не уроки делает. Он балдеет тут лежит. Грызет какого-то мехового изделия. Ослика или кого там? Овцу. Давай за уроки.